Ну, в общем, я приехала сегодня на капилляротерапию. Сегодня был, наверное, уже где-то пятый-шестой раз капилляротерапии, но он сегодня был особенный, потому что я была сегодня на голодании, у меня шестой день, и чувствительность, и все произошедшее было с колоссальной силой проведено. У нас была капилляротерапия вместе с Альбиной, и я предупредила ее, что вот я сейчас такую прохожу лечебную чистку, голодание. И мы просто вошли в процесс, и это получилось с какой-то с утроенной даже силой. У меня просто было ощущение, что меня напитывают просто как какими-то такими большими тампонами ватными, пропитывают все мое тело вот этой смолой, вот этим всем бальзамом, каждую клеточку, все это проникает вот просто через эти тампоны, такие мокрые, и все это обволакивает и лечит меня. После было ощущение, что я просто невесомая, легкая. Ну, конечно, ощущение вот этой легкости, чистоты, как будто тебя отмыли, как будто тебя очистили, от лишнего избавили. То есть не только тело, но и внутреннее. Очень много, когда она мне на позвоночник нажимала, был такой хруст и приятный, и вот как будто высвобождались эти разные блоки, разные зажимы, какая-то негативные установки. Сейчас не очень простая ситуация на нашей планете, и мы все как будто это все равно считали, взяли в себя эту боль за всю планету, особенно женщины, так как мы больше проживаем это. И мне кажется, вот этот комочек такой боли за всех, не только вот за себя там, а вот за всю планету, я вот принесла сюда, и он как-то из сгустка страха, боли, как-то он превратился в что-то светлое, в такой цветок. И я вышла с уверенностью, что через нас, особенно через женщин, мы сможем своим цветком, своей силой просто на расстоянии наполнять планету, очищать всех своих близких, весь наш город, нашу страну, нашу планету. И вот с таким светлым чувством я вышла с капилляротерапии. Это удивительно. Я каждый раз выхожу с новыми инсайтами. Это вот сегодняшний. Предыдущие были совершенно разные. И каждый раз интересно, что же будет в следующий раз. Поэтому это фантастическая, даже не процедура, такая церемония, потому что это целая церемония, когда человек соединяется с бальзамами, с энергией пространства, вот этого храма, который посередине такого мегаполиса соединяется с мастером, и вот в этом таком симбиозе, в этом танце кружится всю церемонию, и вот потом рождается что-то, какой-то инсайт, какой-то в теле. Вот поэтому сегодня вот у меня был такой танец. Я очень счастлива поделиться с вами. Вот такое получилось. Да, это подарок себе, всем своим близким, потому что ты наполнишь всех своих близких, и подарок даже всей планете, потому что наполненный человек, особенно женщина, наполненная женщина, она вот наполняет себя, близких и всю планету вот этим цветком, вот этим счастьем.